Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который заказал вот этот вот пользователь Евро. Евро прислал 100 рублей и ссылочку. И написал в конце «Хорошего дня». По ссылочке мы, если переходим, то находим, видим вот этот ролик «Bad Comedian». Вот в чем дело. Metal Version. Version. В общем, вот в чем дело. Песня, так понимаю. Значит, ставим лайк, комментарий для развития. А вас, друзья мои, попрошу проделать те же самые манипуляции со мной. Комментарии напишите мне. Лайк поставьте мне. Лайк вот стоит. А я буду начинать. Да, если хотите заказать ролик, ссылки найдете внизу. Так же, как Евро или там на Бусти подписывайтесь. Я хочу, чтобы вы послушали песню. Спой. Спой, Светик, не стыдись. Мы можем взять твое супергеройское кино. Чувствуешь запах? Как всегда, говно. Ха! Это я понял, это типа как Enjoykin или 55-55, или 25-25, как я забыл там, 55-55. Нарезки делают и песни получаются, ну классно. Вас один в один, это же не подражай, фильм не может быть хуже. Было бы желание. Это что за дерьмо? А! Это супец. Что Дед Мороз мне подарит? Свинец! Свинец! Не быстро его двух зайцев. Миру. Иди, командир! Очень повезло, что у тебя не было мозга. Это amazing! Серьезно? Подоить козу в центре Питера? Это бесовщина. Фонд кино начал спонсировать их чистым героином. В чем дело? Вот в чем дело. Что со сценаристом занюхивает бело? В чем дело? Вот в чем дело. Что со сценаристом занюхивает? Кто писал сценарий? Давайте же узнаем. Да-да-да, как он напишет? Остановите этот поезд с говном! Мы тут бой, на нас надежда! Мы не пойдем! И ни разу не тюрьмой! Мы снимаем искусство! Как это работает? Вы знаете, Руссо! Значит брать, брать значит помогать! Нормально? Все нормально! Нихуя не нормально, блять! Этот фильм взорвал мне то, что ниже спины! Про ебанутых баньяков и поехавших больных! Просто берем больных и бросаем их в лесах. Стоп. Что теперь делать-то? Попайся в тутана. В чем дело? Вот в чем дело. Что со сценаристом занюхивает бело? А это что? Шафтом. Люди в коробке. Едет в пиздец без остановок. Ты похер. Правда же круто. Ну когда тут был веселый бэткомедиан? Ну прям отжигал, шутил здесь. А сейчас какой-то злой стал, блин. Как мне сказал чувак один, говорит, когда канал готов сделать, поэтому, ну, говорит, ну, я там Джанго смотрели, там я косячок подметил один с пивом был, такой, и он говорит, тебе, говорит, киногрехи снимать. Я сказал, что, типа, ну, у меня была мысль, ну, тоже есть мысль такая была у меня. Бэт Пандыч, канал назвать Бэт Пандыч. Простите, звучит прикольно, Бэт Пандыч. Светлому будущему вместе пойдут навстречу гайки-декабрь. Мне нравится этот мужики в форме. Да, сука, как я люблю форму. Потрясающе. Но все эти люди попробуем узнать. Мужики в форме. Вот этот. Позор ебать, ты не дагестанец. Да как он узнал? Кому-то настало время удалять свой канал. Пошел бы за несказком в литературу. Пожалуйста, поделитесь вашей культурой. Записи совсем не страшно. За что уходит этот фронт? Ты что, идиот? Да, я идиот. У вашего ребенка слома головного мозга. Дайте денег и еще. И самолет долбоебка! В чем дело? Вот в чем дело. Что со сценаристом занюхивает бело? Оно и понятно. Но каждый день было насрать. Сука! Зритель должен ни хера не понимать. В чем дело? Вот в чем дело. Что со сценаристом занюхивает бело? Что это? С этим. С кофе прикольная тема была, когда он кофе такой, как? Кофе? Меня уже не штырит! Давай в глаза сыпь! Монтировал. Тут скажу честно, нихуя не понял, вообще не интересно. Спасибо за поддержку, особо благодарен за канал Bad Comedian, а также поддержавшим монетой. За приют для MP3, спасибо. Приют для MP3? Вы что, в MP3 делали, что ли, извращенцы? Что за музыканты такие? В MP3 делали? Ну ладно, пускай.
Смотри, домик из спичек. Сама. Я раньше тоже так умел делать, а в школе учили. Отделка полная хуйня. Так. Во-первых, спасибо Евро. Во-вторых, да, во-первых. А во-вторых, такая реакция сегодня у нас с вами получилась. Понравилось, нет? Напишите комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты. Будьте клёвыми. И всем пока. Делай как по кайфу, родной. Только в рамках дозволенного.